С начала года инспекторы проверили 438 предприятий города. А те организации, где были замечены неоформленные сотрудники, заплатили штрафы по 100 тысяч рублей за каждого теневого работника. Начался активный летний сезон. Расцвел гостиничный бизнес. Сотни частных гостиниц и гостевых домов принимают туристов. Сегодня в списке администрации 407 таких объектов. Каждый посетят тайные покупатели. По результатам их наблюдений на комиссию пригласят и руководители гостиниц. Проверки начнутся уже на следующей неделе.